Награды ученым. На уходящей неделе в стране прошли торжественные мероприятия по чествованию ученых в канун Дня белорусской науки. Среди награжденных есть и работники Беларуснефти, сотрудники Белнепинефть, геолог лаборатории подсчета запасов Константин Лобов и кандидат химических наук, ведущий химик отдела аналитических исследований Оксана Стоцкая, сотрудник тампонажного управления, ведущий инженер службы по сервису промывочных жидкостей Михаил Горбачев. Поздравляем! We'll be right back.